Недавно Ивановский волонтерский центр отметил уже третий день рождения. Сейчас в работе организации принимают участие 170 человек. Добровольцы регулярно приезжают в школы города и проводят так называемые «добрые уроки». Выходим к ребятам и рассказываем про добровольческую деятельность и что дарить добро и менять этот мир очень просто. Самое главное – захотеть и приложить к этому руку. То есть просто выйти и начать что-то делать. Мы приходим чаще всего рассказать, показать им, что вот эта вот жизнь, она может быть совсем иной, что от вас зависит все. Влада Житкова пришла в Ивановский волонтерский центр без малого год назад. За это время она преодолела путь от рядового добровольца до руководителя одного из направлений. Благодаря работе в волонтерском центре девушка не только получила ценный опыт в организации массовых мероприятий, но и обрела верных друзей. Я в Ивановском волонтерском центре с 2016 года. Изначально я был добровольцем, обычным волонтером. После этого, вот как мы рассказывали на уроке, структура повышения, грубо говоря, должностей в волонтерском центре. Сейчас я заместитель руководителя волонтерского центра, и когда вот у нас остальные замы заняты чем-то, я беру их обязанности на себя и провожу какие-либо мероприятия. Ребята из волонтерского центра помогают в организации мероприятий на День города и 9 мая. Кроме того, добровольцы регулярно посещают приюты для животных, дома престарелых, дошкольные учреждения. Также молодые люди проводят экологические субботники и сажают деревья. Мне понравился сам волонтерский центр Ивановский, я бы хотела туда поступить, помочь, помогать людям, поскольку это интересно, это поможет при поступлении в ВУЗ, волонтерская книжка сама. Будучи волонтером, каждый может увидеть организацию масштабных акций изнутри. Без них не обходится ни одно большое событие, будь то открытое небо или благотворительный марафон «Ты нам нужен». Я пришла туда из-за Влады. Мы с ней познакомились на первом курсе, и после этого я вообще стала участвовать в волонтерской деятельности вместе с ней. Мне нравится вообще сама атмосфера организации, и помогать людям – это очень приятно. Ты получаешь от этого просто нереальные эмоции. Это самое главное. Стать частью большой команды просто. Найти ВКонтакте группу Ивановского волонтерского центра и написать руководителю. Здесь рады всем, кто хочет помогать людям и делать добрые дела. Волонтерство для меня – это лучшая часть моей жизни, которая не просто появилась, а внесла большие, грандиозные изменения, подарила мне новых друзей и огромную семью, с которой, я надеюсь, никогда не расстанусь. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.